Предлагаю вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Сибирь» Кирсанов Сергей Станиславович. Сергей Станиславович, поделитесь впечатлениями о матче. Ну, перед этим матчем мы испытывали большие, можно сказать, даже очень большие кадровые и потери у нас, и два человека у нас до конца сезона выбыло, и сегодня у нас пришлось выпустить травмированного Рому Беляева, так у нас на скамейке было двое здоровых ребят, один из них молодой футболист, и учитывая футбольное поле, нам пришлось сегодня где-то наступить, где-то, как сказать, на горло своей игре, мне где-то пришлось сыграть чисто от обороны. Ну, трудно, по крайней мере, для нашей команды в таком поле трудно созидать, поэтому мы решили сыграть строго от обороны, учитывая хороший подбор футболистов авангарда у них, очень техничная, такая самобытная группа середины поля, и поэтому мы решили перекрыть середину поля перед своей штрафной, потому что там много проникновений, входящих, проникающих передач. Ну, и рассчитывали, да, где-то у нас рассчитывали, как бы нападающий у нас один житник был где-то, что за счет длины, может, за счет точности передач, что нам что-то удастся создать. Ребятам благодарен, план на игру наш, они выполнили вот и до. Ну, еще раз говорю, было бы поле в хорошем состоянии, мы бы так не играли, это 100%, мы бы играли по-другому, но сыграли, как сыграли. Коллеги, ваш вопрос. Результаты удовлетворены? Результаты удовлетворены, я говорю, учитывая, что все-таки кадровые проблемы большие, мы не можем, не могли на эту игру, у нас где-то человек 5 основного состава вылетело, у нас скамейка и так очень короткая, у нас окно закрыто было зимой, у нас 4 человека ушло, поэтому, я говорю, 2 человека до конца сезона выбыли, у нас очень большие проблемы, вот, на каждую игру состав мы буквально наскребаем. Естественно, ничейный результат, но выйдет хороший результат сегодня. Ваша команда играет на искусственном поле, да? Да, мы играем на искусственном, в манеже, поэтому, ну, там все приезжают, не знаю, всем нравится, и поле хорошего качества. И нам тяжело там тоже играть, уже попадается играющая команда, она мяч все время внизу и контролирует хорошо, такие есть проблемы. Спасибо.